Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Meizu M8 Lite. И сейчас я покажу вам, как на этом прекрасном устройстве проверить ваш номер email. Делается это следующим образом. Вот так. Заходите в приложение вызовы. После чего вписывается звездочка решетка 06. И по нажатию решетка вы видите MIID, да, то есть ID устройства. Дальше IMEI1, то есть, внимание, IMEI для сим-карты 1 и IMEI для сим-карты 2. Не путайте IMEI с MIID. Это совершенно разные вещи. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!